Здравствуйте! Сегодня игровед расскажет вам о настольной игре Пиктолино Юниор. Это простая детская игра, в которой вам предстоит искать для объектов места на картинках. В коробке игры 4 красочных поля с картинками и 24 фишки. Правила игры предлагают 4 различных варианта игры. Первый из них для одного игрока. Он размещает перед собой поле и все фишки лицом вверх. Нужно вставить фишки в соответствующие им места на картинке, не забыв назвать, что нарисовано на фишке. Второй вариант игры от 2 до 4 человек. Каждый выбирает себе по одному полю. В свой ход игрок выбирает среди всех фишек, подходящую к своей картинке, объявляет, что на ней нарисовано, и кладет ее на свое поле. Затем ходит следующий, и так до тех пор, пока все поля не будут заполнены. Третий вариант называется «Макси Пиктолино». Все фишки в этом варианте перемешиваются картинками вниз. Игрок открывает одну из них и объявляет, что на ней изображено. Затем все игроки ищут, кому подходит эта фишка. Он и забирает ее себе. И, наконец, четвертый вариант – «Мемо Пиктолино». Он играется так же, как и предыдущий, но открытую фишку проверяет только активный игрок. Если она подходит к его полю, он кладет ее туда. Если нет, возвращает обратно лицом вниз, а все остальные игроки запоминают эту фишку. Кто первым составит свою картинку, тот и победит. Пиктолино Юниор – одна из немногих настольных игр, которая подойдет даже самым маленьким, всего от 2 лет. Пускай дети не только запоминают названия предметов, но заодно тренируют внимательность и память.